Здравствуйте. 7 ноября, среда, день Меркурия, 30-й лунный день, с элементом ветер. Дуисмудр. Благодетельные поступки и греховные деяния, совершенные в этот день, приумножатся 100-кратно. День благоприятный для людей, родившихся от мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи. Хорошо в этот день составлять договор, брать обещания, приглашать в гости друзей, ставить закваску, переправляться через реку, проводить обряд джапты, усмирять врага, подавлять нечисть для жесткого решения некоторых вопросов. Отправляться в дорогу при умножении материального достатка. День неблагоприятный для людей, родившихся год, змеи и лошади. Нежелательно проводить похороны и поминки, приводить невестку, отдавать в невесту. Стрижка волос к опасной ситуации для жизни. На Верхней Березке в Топчендугане с 9 часов утра пройдет хорал Мандалчива, Дынхурдугане, Комба Гонгарсакюсны, Дыважндугане, Мандалшива. Делайте добро!